Из цикла «Вредные советы». Слова священника Владимира Панарина. Музыка на Васю Уреевского похожа, но это не точно. Если время наступило попросить у всех прощения, то прекрасно этот случай, это не вздумай упустить. Разошли всем-всем открытки в соцсетях и мессенджерах. Если вдруг напишут, кто вы, отвечай, Господь простит. Попроси у всех прощения, и у тех, с кем не общался, и у тех, кто не обидел, и у тех, с кем не знакома. Пусть простят тебя заранее, кто там знает, вдруг придется очень скоро их обидеть, ведь полна сюрпризов жизнь. И всем батюшкам знакомым не забудь отправить фразу: «Вы простите ради Бога многогрешного меня». Все они, придя со службы, будут очень рады видеть на экране телефона 100-500 подобных фраз. И пока жена и дети будут видеть сны в кроватках, эти батюшки напишут 100-500 «Господь простит». А потом еще напишут 100-500 «И вы простите». И тихонько все контакты в черный список занесут. Ну а кто вдруг не ответит, в храм к такому не ходите, безответственный священник до добра не доведет. Всех с прощенным воскресеньем, простите меня грешного.